читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры с 2 по 20 марта этого года открыта книжно-иллюстративная выставка «Портрет прекрасной дамы. Женские образы в музыке». Со времен царя Соломона женщина была музой, вдохновительницей людей искусства. Ее прекрасные образы запечатлены в античных скульптурах, полотнах живописцев всех времен, поэзии. Образ женщины неотделимый от музыки. В российской музыкальной традиции женщинам, вдохновившим композиторов, посвящались песни и романсы. Салонные альбомы прекрасных дам хранили многочисленные музыкальные посвящения знаменитых сочинителей. На выставке «Романсы Глинки», «Я встретил вас», «Слышали голос твой, Мэри». Дамы вдохновляли и Доргомышского, и Гурилева, и других русских композиторов. Один из самых красивых романсов Рахманинова «Сей день» посвящен его невесте. Почти в каждой опере женщина – один из главных персонажей. Множество опер названы именами героинь. Перед нами разные характеры. Яркая и темпераментная Кармен, загадочная нефтянка Аида, нежная и верная Чеочи Асан, богемная Виолетта Валери из Травиаты. Инструменталисты также рисовали женские образы в своих произведениях. Бетховен написал лунную сонату и пьесу к Элизе. Грик создал бессмертный образ Сольвика из Сюиты Пергюнд. Вокальные циклы Шумана «Любовь и жизнь женщины» и Шуберта «Прекрасная Мельничиха» продолжают выставку. В наше время Щедрин подарил Майе Плисецкой несколько балетов, где она сама могла показать разнохарактерных женщин – Кармен, даму с собачкой и Анну Каренину.